Друзья, всем привет! Вы на канале Fly Fishing Лепе. Меня зовут Санин. Сегодня будет короткий ролик об одной полезной вещице. Это вот такие вот промывочные уши для мотора. Промывочные уши охлаждения. Дело в том, что не всегда у нас есть под рукой водоем. Не всегда это сезон, когда нам бывает нужно по каким-то причинам запустить и прогреть двигатель или просто промыть систему охлаждения, например. Да? Многие используют какие-то ведра и какие-то, не знаю, обрезанные бочки, но если у вас мотор там 40 плюс, или вот как у меня, например, там 60 или больше, то здесь, извините, надо большая бочечка. Вот. Для этого существуют такие вот ушки. Вот, ставятся они просто на систему забора охлаждения. Вот так вот. Вот. И подсоединяется к ним обычный поливочный шланг. И все дела. Единственное, что хочу оговориться, ну, в гараже, конечно, это не получится, потому что у вас все-таки открывается термостат, и вода из мотора будет литься сюда, надо выкатывать из гаража. Но, как выход, вот, хорошая вещь, рекомендую всем. Вот такая. Данную я купил на всем известном сайте, ссылку я оставлю в описании, если кому интересно. Пожалуйста, пользуйтесь, и дальше будет короткое видео, как это работает, и еще одно. Так как канал у нас молодой, подписчиков у нас мало, буду тебе признателен, если поставишь палец вверх и подпишешься. Оставайтесь с нами. Пока.